Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, Беззубик у нас с тобой вернулся с задания. Давай посмотрим, что же он мне принес. Древесину, рыбу и... ну вот, топорик, отлично. Я его как раз отправлял именно за топорами. Так, что у нас это? Понятненько, а я могу найти... нет, не могу снеговика найти. Жаль, друзья мои, короче, драконов я прокачал. Сколько там нужно было? 5, да, или даже 6, до 36 уровня. И поставил строиться дальше наше главное здание, зал совета. То есть мне еще нужно ждать 9 часов 16 минут. Елки-палки, это очень долго. Но зато, когда мы с тобой его улучшим, соответственно, мы сможем с тобой ставить новенькие домики для того, чтобы у нас росло поселение викингов. Ну, а там уже, соответственно, и будет сама по себе развиваться деревня. Так, что это они у меня тут ходят? Сегодня что за праздник? А? Друзья мои, что за праздник сегодня? Смотрите, у них тут массовые гулянья какие-то начались. Так, давай-ка водорез за рыбкой. Ты тоже давай за рыбой. Так, кто тут у меня прокачался? Тройной удар, друзья мои. Повышаем уровень ему. Так, кстати, я, наверное, его дальше буду качать. Пускай идет тренироваться. Так, замечательно. Я решил, друзья мои, старых вот этих вот дракончиков немножечко подкачать. Особенно те, которые у меня присутствуют на арене. А присутствует у нас с тобой Громорог. Пускай тоже идет учиться, повышать себе квалификацию. Так, что у нас тут за задание? Ага, янтарь мы с тобой, да, получили блестящий. Соответственно, давай сразу же следующий поставим на обмен. Так, что-то у нас тут еще с тобой сделано. Ежедневный вход, это я забираю. Так, открыть набор карт 2 штуки. Так, отправить Беззубика в путешествие. Получить 600 тысяч рыбы, также древесины и обучить 3 драконов. И ускорение, да, применить. А не слишком ли много-то вы мне тут назадавали заданий? Так, а эти у меня гаврюши вернулись. Изучить волну. Давай бесплатно. Так, а вы что, прохлаждаетесь? Оу, здесь будем крутить рулетку. Давай, посмотрим, что нам с тобой выпадет. Да ладно, яйцо что ли? Ну, елки-палки. Ладно, пускай выводится. А, ну сразу, да? Это у нас размягчитель необычный. Причем у меня уже есть в наличии один. Поэтому я его, ребята, отпускаю. И дает он мне за это 160 тысяч рыбы и 138 тусклого янтаря. Окей. А расскажи остальным. Естественно, бесплатно. Так, подожди, а ты-то что прохлаждаешься? Ты у меня сейчас пойдешь дальше в путешествие. Кстати, если мы его прокачаем до 46 уровня, ребята, он будет уже летать на остров изгоев. Но я в любом случае сейчас не смогу, потому что академия забита. Вот так, если только маленечко, да? Чуть-чуть. И что? И отправим его в приключение. Все, пускай летит. Так, ну что, у нас сегодня с тобой будет арена, само собой. Так, а что у нас здесь? Древесинку я заберу. Так, спасибо за рыбку. Давай дальше ищи. Так, древоруб. Пошел вперед за древесиной. Так, ты не прохлаждайся, давай тоже. И, кстати, этот сыч тоже пускай идет. Ну, вроде бы пока все, все предели, да, все шуршат, что-то делают. Кстати, друзья мои, у нас появился еще один новый дракон, я вам сейчас его покажу. Вот он. Я, честно говоря, постиглот, подожди-ка, у меня же постиглот вроде бы есть, вот. Так, ну тут редкий, а здесь какой? А здесь эксклюзивный. Так, и вот этот у нас, ну, по-моему, вы уже его видели, да? Жуткая жуть, это уникальный у нас. Давай-ка мы его, наверное, покормим. И вот этого постеглота тоже покормим. Все, потом, как только освободится место в академии, сразу их отправим на прокачку. Так, ты давай мне добывай рыбку. Я просто, ребята, понял одну вещь. Вот, чем дороже драконы, да, именно... редкие там или уникальные. Они, кстати, нам больше всего приносят рыбы
или древесины. Ну и прокачка у них, соответственно, тоже очень дорого стоит. Так, ну что, мы можем с тобой, наверное, смело отправляться. Сейчас я гляну здесь, что у нас на обмен дается. Как ты видишь, мне остается 5 топоров найти и 11 знамен. И тогда мы с тобой уже все-таки получим легендарную зеленую смерть. Давай-ка я отправлю, наверное, в путешествие нашего беззубика. Пускай он дальше продолжает искать. И я делаю, ребята, вот эти вот 3 сумки за 48 рун. Так просто больше шансов, на самом деле. Здесь у нас вылупляется, да, еще 12 часов 40 минут. Ну, ладно, ничего страшного. Так, а что у нас тут выполнено? А, отправили беззубика в путешествие. Ну что, пойдем с тобой на арену. Так, 38 минут остается, чтобы открыть нам с тобой редкий пак. Ну, а пока мы будем с тобой драться именно за пак вождя. Ух ты, ну ничего себе, 2 красных дали и 1 фиол. Это плохо. Меня совсем это не устраивает, потому что, блин, да еще и кревет, а. И скалотряс, ну молодцы, конечно. Лучше, блин, не придумаешь. Он еще и усилил себе атаку. Ну ты посмотри, а. Че ты там пыхтишь? Вот гаденыши, ну ты посмотри. Давай быстро, нам нужно с тобой кревета уничтожить. Ух ты, шикарно. Давай бомбанем. Массовая атака. А вот тут, ребята, вот, наверное, вот это будем мочить. Знаешь почему? Потому что у него массовая атака. Скалотряс силен, я не спорю, но у этого массовая. Поэтому он... Ох, сейчас влепит. Вот сейчас... Слушай, нам пока везет. Он не стал делать массовую атаку почему-то. Ума не приложу, почему? Да ядрит тебе на корень. Ты посмотри, что он сделал. Он промахнулся, ребят. А вот это сейчас, наверное, вжарит. Нет, 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 нет. Пока все окей, все отлично. Давай. О, громобочек жгет. А вот этого, ребята, я боялся. Но, по крайней мере, он бьет только по одному противнику. И убивает его сразу. Упс. А если я сделаю, блин. Ну, давай вот так вот. Тоже с тобой усилим атаку. Его только выручит, ребята, уровень. Ух ты. А если я вот так вот сделаю тебе? А? Что, сразу сдулся, да? Что? Что это было? Ты... Ты видел, как он порвал моего громобоя? Ну, на самом деле, я считаю, такого не должно было случиться. У меня было довольно приличное количество жизней, да? И он не смог бы так быстро нас раскурочить. А он просто за 2 укусика разбомбил. Так, ладно, тут все фиолетовые у нас, да? Самое опасное, это, конечно же, тройной удар. Поэтому будем начинать именно с него. Как всегда, Мазила, а? Несчастный. Ну давай. Ну хоть сарделька здесь не промахивается. Так, мы с тобой должны их быстренько уничтожить до того, как они накопят с тобой полностью энергию, да? И сделают супер мощный удар. Да ты, ну вот смотри, ну вот как вот здесь можно играть, ребят, против них? Они постоянно ходят по несколько раз. Они мне не дают вообще тут шанса даже что-то сделать. Надеюсь, громобой, ты не промахнешься? Нет, не промахнулся, это хорошо. Так, что он сейчас делает? Понятно. Вот не дает ему, да? Барс и вепрь покоя им. Так, ладно, я этого гаврика сейчас попробую уничтожить. Во, то, что нужно. По крайней мере, этот не сможет применить суперудар. Да, прощай, дракончик, я буду по тебе скучать. Сейчас он его уничтожит, конечно же. Ну и мы тоже его добьем. Ну что же, первая наша победа, отлично. Так, а какой мне здесь дадут пак? Обычный, к сожалению. Ну что, ребятушки, продолжаем наши битвы. Нам еще нужно победить с тобой 5 драконов, чтобы получить первый пак вождя. Так, соляночка здесь, да? И причем красных нету. Это меня уже радует. Но зато здесь есть громорог плюс... Ясно, короче, мы начнем, наверное... Ух ты! Вот эта компашка у него тут собралась. Если честно, я даже не знаю, кого тут бомбить в первую очередь-то. Тройной удар этот может тоже в сон всех вогнать. Фиг знает. Давай так попробуем.
Потихоньку, потихоньку. Глядишь, победим. Что-то так чихнуть хочется. Ой, ребят, нос чешется. Смотри, что творит, а. О, наше спасение. В плане уклонения. Какой к чертовой бабушке уклонение? Он сейчас в сон загонит. Он сейчас нас загонит в сон, понимаешь? Блин. Трындец, а. Вот сейчас будет атака. Ну разве он упустит такой момент? Конечно же нет, ребят. Сейчас кто-то еще и отдуплится. Ну, тут все понятно. Так, Громорог, давай, родной. Ага. Вот это надо было нам сразу с тобой сделать. Так, он... Слушай, опасно, знаешь, чем? Смотри, он... Как только до него доходит... А, он сейчас опять нас загоняет в сон, нет? Нет. Тогда мы так делаем. Это единственное спасение будет у нас. Иначе он просто сделает массовый сон и уничтожит нас. А тут все, тут мы его разобрали. Отлично, друзья мои. Просто превосходно. Я очень рад. Ну что, еще двух дракончиков нам нужно с тобой победить. Я думаю, ничего сложного в этом не будет. Опа. Два фиола, отлично. Как раз под зелененького, да? Он любит разбирать фиолетовых. Но опять же уровень. Опять же их выручает уровень. Так, кого тут лучше бомбануть? Наверное, прихвостня, да, будем бомбить? Хотя это тоже неплохой удар делает. Свои фаерболы, когда разбрасывает. Так, ну что, тебе крышка, наверное, сейчас будет, да? Прихвостень. О, уклонились. Ну что, давай, наверное, массовую атаку с тобой сделаем. Слушай, змеевик меня особо не пугает. Вот чудовище надо бомбить. Я, наверное, не успею его разобрать. Хотя, подожди, сейчас змеевик сходит, потом... Потом ходим мы. Во, отлично. Ну вот мы и до змеевика добрались. Так, еще удар. Ну что ты там сделаешь? Танец свой, да? Ага. Даже так. Тогда получи, распишись, парнишка. Добиваем. Ну что, пак вождя у нас в кармане. Вот больше всего обожаю это получать паки и открывать, соответственно, их. Костолом, громобой защитник, шепот смерти экзотический. Оу, кревет Дагура. Еще не хватает нам буквально, ребята, две карточки и все. Ну, он что-то очень тяжело выпадает, конечно. Так, дай-ка я кое-что гляну. Так, у нас с тобой тройной удар имеет 10 уровень. Кстати, может быть, нам его взять с тобой, а? Вместо кого? Вместо сардельки. Слушай, а давай попробуем. Ну, вот так вот сделать. Громобой. Так, секундочку. Змеевик. Вот крылатый ужас. Был бы он, ребят, немножко посильнее, я имею в виду по разряду, я бы взял, наверное, его бы. Так, ну что, погнали с тобой. У нас еще один пак. Да, именно вождя. Так, смотри, красный фиол и зелень. Сейчас будем с тобой смотреть, как у нас тут пойдут дела. Так, ну начнем, естественно, с кревета. Подожди, а у него что, по фиолетовому красный? Да нет, а почему-то бомби... Вот этот, да, этот зеленый. Блин, они начинают тройного удара. Зашибись. Они его сейчас уничтожат мне, вот что я тебе хочу сказать. Ну мы кревета быстрее шлепнули, отлично. Так, ну что, следующим, я думаю, будет у нас прихвостень. Ой-ой-ой-ой-ой. Получи и распишись, парень. Нормуль. Да чтоб тебе, да как ты достал со своими промахами. Ну вот, нет слов уже просто на это все смотреть. Блин. Дело дрянь, ребят. Дело просто дрянь. Почему дрянь, ребят? Потому что он сейчас уничтожит мне. Ой, сейчас влепит.
Или этот влепит свой суперудар. Что-то тут странное происходит. Давай тогда так сделаем. Так, мы красные. Мы должны наносить серьезный урон именно по зеленым. Поэтому будем сейчас с тобой пытаться это сделать. Лишь бы он не влупил чем-нибудь такого массивного, мощного. Ха, крит. Это, друзья мои, был крит. Ну что же, продвигаемся дальше. Кстати, у нас с тобой, смотри-ка, уже 11 тысяч кубков. Еще 3 тысячи, и мы перейдем с тобой на шестую арену. Ну что же, давай сразу следующий бой. Так, ну здесь солянка. Плюс здесь нам выпадает лаварык. Он меня особо не пугает. А вот этот, да, этот может сделать неприятности. Причем очень серьезные. Но я буду все-таки кревета бомбить. Да чтоб тебя, ты какой-то, я не знаю, прям вот мазила. Просто мазила. Они, я еще раз, ребят, повторяю вам, промахиваются очень-очень редко. Мы же, господи, промахиваемся практически каждый раз. Особенно те, у кого есть именно двойные атаки. Так, сможем ли мы... Оу, хорошо. Кревета мы уничтожили. Так, лаварык меня не пугает. Давай вот этого теперь бомбить. Снизим защиту ему. Так, что-то сейчас будет неприятное, да? Ах. Ну неужели, ну неужели, ребят, что-то хоть начало получаться у моих дракончиков? Ну-ка. Прекрасно. Да, зелень, конечно, нам тяжело с тобой разбирать. Ну, я знаю, что без, как сказать, безопасно зато. Лаврык сам по себе, он безобидный. Ну, что он там сделает, а? Ну, защитку на себе повесит, да? Ну, кусанет чуть-чуть слегка нас. Это не страшно, ребят. Ну, вот как мы сейчас влупим ему, вот это да. Просто прекрасно. И он ничего сделать не может. Мы его еще, ребята, и в этот, в немоту отослали. Все. Ну, с другой стороны, плохо, что у нас, ребята, два фиолетовых класса. То есть под зелень мы попадаем под полный разбор. Ну что, еще 4 дракона нам нужно победить. Давай постараемся это сделать как можно быстрее. О, плохая команда выпала мне, очень плохая. Два красных плюс синька. Так, будем с кревета начинать. Ага, защиту понизим. Нормуль. Сейчас ходит два раза он. Потом пристегаловый у нас ходит, да? Ой-ой-ой. Да чтоб тебя, ну опять начинает мазать, а? Сейчас потеряем кого-то. Нет, пока живем. Да блин, ну. Вот. Слушай, наверное, вот так вот нам проще сделать. Да, лучше так. Ну что ты там будешь делать? Понятно. Начинаем с костолома теперь. Смотри, что делает, а. Пониженные атаки. И у того, да? Ну давай, наверное, просто кусанем. Блин, вот самое обидное, что, ребят, пониженная атака у нас. Ладно. Если ему погибать, как говорится, в следующем раунде, то лучше пускай сделает свой суперудар. Естественно, они его растопчат. Ну, не промахнулся, надо же. Так, на кого он сейчас? Понятно. Делаем с тобой вот такой вот ход. Я думаю, змеевика мы с тобой уже вдвоем завалим здесь. Есть контакт. Ну что же, шикарно. Победушка за нами. Ну что, надеюсь, последний бой у нас. Всего лишь одного дракона подбить. Опять, ты посмотри, опять дают двух красных и фиол. И а, здесь громобой. Ух ты. Громобой. Блин, 13 уровень. 13, ты прикинь. Офигеть, как меня противник, ребята, опережает именно по левлу. Очень жестко. Так, получи ты уже. Нельзя давать им использовать супер... Ага. Так, добьем? Добили. Сейчас мы потеряем с тобой тройной удар. Его уничтожат. Я даже не удивился этому. Что?
Блин, вот как сделать нам? Давай так, наверное, сделаю. Сейчас что-то будет неприятное. Что ты... Ребята, 13 уровень просто растоптал. Они именно из-за своего уровня берут надо мной превосходство. Вот это он... Ну тут даже шанса не было. Ребят, но тем не менее, я одного дракона подбил, которого мне и нужно было. Поэтому пак мы с тобой получаем. И что мне здесь выпадет? Душитель, лаварик, так, крылатый ужас и пристиголов. Вострозуб. О, барс и вепрь. Ну, в принципе, как бы неплохо, да? Через 19 минут у меня откроется редкий пак. Ну, а я вроде бы здесь уже, как говорится, все сделал, что мог. Нам нужно с тобой подождать 8 часов, ну, почти 9. Когда у нас улучшится зал совета. Как только он улучшится, соответственно, будем с тобой тут все выстраивать, да? Опять развивать свою деревню. Там, естественно, будут новые условия для того, чтобы прокачать дальше. Так, а по событиям у нас с тобой есть вот такое вот, ребята, выживание, но я его не могу пройти. Черт подери, тут почему-то мне сложно. А давай попробуем, а? Давай попробуем. Там какие-то подарочки дают. Тут, короче, будет 6 поединков. 6 волн. И я их не могу выжить. Меня разбирает. Начинается с безобидных 7 уровней, да? Плюс 2 врага. Дальше будет уровень расти, и, соответственно, врагов будет тоже больше здесь. Вначале 2, потом будет 3. И, кстати, здоровье, что у меня остается, оно будет переходить от волны к волне. То есть на новую волну, сколько у меня есть хп, столько оно останется и на следующую. Естественно, если ты не захочешь сам себе, например, здесь подхилять. Так, ну что, переходим на вторую. На второй волне вот так вот нас тут поджидают. Ну, давай, наверное, вот так вот бомбанем. Нам уже терять все равно пока нечего. Так. Ох, как больно было. Ну-ка, бомбанем чуть-чуть. Ну, вот так вот сделаем с тобой. Усилим атаку, да, нашему громовою. И вот так. Нормуль. Переходим с тобой на третью волну. Давай вот с того, наверное, начнем. Минус 38. Пока еще терпимо бомбит. Окей. По чуть-чуть наше здоровье с тобой тратится. Так, сделать он ничего не может, только лишь ударить. Окей. У нас с тобой в этом отряде нет хила. Ни одного хилера нету. Блин, вот уже и враг пошел. Так сказать, посерьезнее, да? Уже их 3. Да чтоб тебя. Уже их 3. Так, наверное, мы добьем с тобой шепот вот этот вот. Я больше всего ненавижу здесь, ребята, массовые атаки. Потому что они у всех отнимают чуть-чуть здоровья. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, что ты будешь делать? Приходится, ребят, тратить. Уклонение. Ну, ты посмотри, а. Какого фикуса ты сделал, блин, уклонение? А вот объясни-ка мне. Такое не должно было быть. И причем ты не забывай, что уже 11 уровень. 11. Волна это еще не последняя. Тут еще будет в конце мини-боссик у нас, который меня, в принципе, и ушатает. Слабые мои драконы, да, пристиголовый, конечно, неплох, но одному ему здесь не вырулить. Ну никак. 5-е только лишь, ребята, 5-е, ты посмотри. Ты посмотри, какие они тут здоровые.
Ну, и чё, и как? Да никак. Сейчас этот сходит. О, все, я как раз на него рассчитывал. Думал, сейчас массовую атаку сделаем. Сделали. Да. Ну, как-то вот так, ребята. Не могу я их одолеть. Не получается у меня. Что бы я тут не придумал бы. Нет, сарделька здесь одна не вытянет всю эту волокиту. Ей очень тяжело. Ну что ты там дергаешься, давай. Делай что-нибудь. Неплохо ты сам себя поджарил, парень. Очень неплохо. Так, этого, наверное, добьем. Гаврюшу. Этот сейчас сам себя убьет. Нормуль. А вот этот вот жук, а? Что-то я не могу понять. Что-то он на нем вообще никак не сказывается. Ой-ой-ой. Что ж ты творишь-то, а? Засранец ты такой. У нас пониженная, ребята, броня. И смотри, два раза ходит заход. Да как так может быть-то, блин? Два раза он ходит. С какого, блин, перепуга вообще? Я не могу понять. А чего у него такого преимущества? Не, ребята, вы извините меня, но это уже сверхнаглость, я считаю. Сверхнаглость. Ну ничего, когда у нас с тобой будут дракончики, как говорится, посерьезнее, да, и по уровню, и по мощам я отомщу всем. Вы же знаете прекрасно, что мы с вами злопамятные. Мы придем туда, вломимся и всех их накажем, рано или поздно. И будем с тобой это выживание проходить, как говорится, с улыбкой на лице и посмеиваясь над нашим противником. Ну а на этом, друзья мои, я, наверное, буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.